С 1 сентября школьникам будет официально запрещено использовать телефоны на уроках. Закон подписал президент Владимир Путин. Согласно документу, телефоны можно будет применять только в случае угрозы жизни или здоровью учащихся и работников школы. Также закон не запрещает использовать телефоны на переменах. Спросим у саровчан, как они относятся к таким нововведениям. Отлично. Почему? Ну, потому что телефоны отвлекают. В первую очередь, вот дети меньше запоминают информацию, поэтому... У нас не было. Так что замечательно отношусь. Я думаю, это правильно. Они на уроках должны учиться, а телефонами заниматься в свободное от учебы время, на переменах. Угу. То есть это негативно влияет, да, то, что они вот в телефонах на уроках сидят? Ну, это их отвлекать будет, конечно. Нет. Правильно. А почему? Нужно здесь вот иметь, а не в телефоне. Наверное, правильно. Потому что, во-первых, это отвлекает ребенка от... того материала, который изучается на уроке. А второе, если они пользуются телефоном, значит, они добывают какую-то информацию, которая им необходима именно сейчас, в данный момент, когда они пользуются телефоном. То есть списывают, да? Я считаю, что это правильно на уроках. Надо заниматься уроками, а не сидеть в телефоне. На уроках это, я думаю, что... вполне справедливо. Угу. Что касается уроков конкретно. Угу. А то есть на переменах там можно, да? Я думаю, что да, в разумных пределах. Правильно. Правильно. А почему? Потому что у них должно быть все в голове, а не в телефоне. Правильно. Почему? Ну, чтобы не отвлекались. Почему раньше же ничего не использовали? Угу. Очень много отвлекаются. Именно потому что отвлекаются или потому что и списывают еще? Ну, и списывают еще, конечно.